Здравствуйте. Меня очень волнует то, как чистят тротуары в старой части города. Улица Чапаева, проспект Ленина, проспект Мира. Невозможно вообще ходить по тротуарам. С крыши сбросили лед здоровенный. Все это на тротуаре лежит. И вообще, конечно, техники много в городе. Раньше люди чистили, и было чисто. Сейчас техника чистит, и очень неудобно ходить. Особенно люди, когда с больными ногами ходят. Безобразие просто. Считаю, что надо, чтобы все-таки прослеживали и вычищали как следует улицы. Насколько я знаю, когда вот распутицы бывают, люди там и ноги себе ломают, и падают часто. Ну, надо, чтобы убирали лучше. Лучше контролировали. Дорогие саровчане, наш интеллектуальный клуб «Победа» приглашает всех играть каждый понедельник в 18:00 в молодежном центре бывший дом строителей. Что, где, когда. Приглашаются все желающие. Мы рады каждому новому человеку. Приходить можно в одиночку, приходить можно с командой. Мы найдем каждому место в команде. Играйте и выигрывайте. Привет, мама, папа, бабушка, дедушка, одноклассники и учительница. Привет, бабушка и дедушка. Привет, мама и папа. Привет, привет всем. Меня зовут Иннокентий. Я поздравляю уважаемых саровчан с праздником 14 февраля. Затем идет праздник 23 февраля, конечно же. Это очень замечательный праздник. Я желаю всем здоровья, благополучия, удачи, карьеры и всего-всего доброго. Детей хороших, главное. Здоровья еще раз. Но здоровье важно все-таки. От всей души поздравляю всех с наступающим днем всех влюбленных. Желаю всем большой, чистой, горячей, искренней и, главное, взаимной любви. Дорогие друзья, хочу вас поздравить с наступающим днем Святого Валентина. Будьте в этот день рядом с близкими вам, родными людьми. Желаю океан страсти и море любви. Ура! Дамы и господа, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех влюбленных с 14 февраля. Пожелать вам счастья, здоровья, любви и благополучия. Также хочется поздравить всех мужчин с 23 февраля. Пожелать вам мужественности, здоровья и всего самого наилучшего.